Так, сегодня пришел. Пришли два насоса. Новенькие, беленькие, полностью собранные модули. На Volkswagen Touareg. Производство, если видно, Италия написано. Компания Месмер. Правый и левый. Все правильно. Сейчас мы их будем тестить и сравнивать со старыми. Так, приступаем к проверке. Сейчас в первую очередь новенькие будем проверять. Разбрызгали. Так, что у нас есть? Тряпка для сбива. Ну, я огнетушитель на всякий случай. Так, проверять будем водичкой Мангустау. Ну, это бензин, но содержание соответствует названию. Мангустау воды нету. Так, начнем. Так, тест нового. Первая попытка. Давай. Илья, зажимай. Все, отпускай. Все, до 6 очков. Нормально. Да. Так, второй насос. Сыновья пришлось клапан подержать рукой, чтобы он запустился, накачал. А это бил во все стороны. Так, сейчас уже работает более-менее, но там дальше будем тестить. Так, проверка второго насоса. Обратный клапан иногда постреливает. Наверное, там заводской брак, но вроде потом работает. Так, запускай. Вот, сейчас обратный клапан сработал фонтанчиком. Так, Илья, медленно, давай, нажимай. Коробку вы там имеете, да? Так, дальше, давай, еще, да, до 5, да. До 5 жми. Все, отпускай, отпускай. Все, насос отлично. Сбрасывай. Так. Дальше будем проверять. Старый насос показывать, как он работал. Здесь его поменяли мастера. Поставили там, переделали. Вот здесь видно, хомутики не заводские стоят. Насос выходит наружу. Не знаю, какой-то китайский самопальный насос, потому что продают все вот так целиком в модуле. Сеточка здесь запаяна, снята. Здесь остались небольшие дырочки, через которые попал грязь и испортил насос. Но причина, почему это все черное, это потому что во время замены насоса не поменяли фильтрующий элемент. Сейчас он желтенький, когда намочен, черный и забитый весь. Сейчас помыли его слегка. Он не выдержал и, короче, весь бак засрал. То, что у него здесь было. И, соответственно, два насоса вылетели, оба модуля. Сейчас будем тестить старые, показывать, почему машина, собственно, не заводилась. Так, теперь проверяем старый насосик. Почему, собственно, все это дело не заводилось. Давай, Серик. Так, закрывай обратку. А, два очка. Три не набирает. Все, отрубай, хватит с него. Давление рабочее не набирает. Так, проверяем второй. Старый насос. Я вот весь бензин сожрал, что ли? Да, он в себя закачал, потому что там фильтр нифига не держит у него, но все в модуль собрал. Так, Серик, запускай. Закрывай. Так, подача закрыта. Что у нас тут? Еле-еле одна атмосфера. Машина на таком бензинососе вообще не заведется. Все, вот она причина. Все, опускай. Так, в итоге тесты показали, что оказывается, вот эта сеточка еще что-то пропускает. Вот эта вот задняя сетка абсолютно забита. В ней вообще ничего не проходит. Бензин, бензонасос поэтому умер от голодания бензинового, и машина не заводилась. И вообще, как пример, не стоит покупать отдельно насосики, а лучше брать полностью модули. Вот эти вот итальянские недорогие, не такие дорогие, как оригинал. Но первый тест показал, что рабочее состояние у них рабочее, и на машину ставить можно. Так, утро, пока никого нету, будем проводить тесты с машинами. Так, это Touareg, на который собирали насосик вчера вечером, его завели. Ставили на ночь. Так, давление на манометре с 4 атмосфер упало до 1,2, но держится.
Будем проверять, как она заведется. Салочки. Так, теперь посмотрим, как заводится второй. Скорость набора давления. Давай. Чуть-чуть, давай. А, сразу четверка. Отлично на нем. Глуши, посмотрим, за сколько сбросит. Глуши. Не, сейчас тоже уходит. Тоже уходит давление. Но накачивает намного быстрее.